Привет. Карты Таро ответят на ваш вопрос, что вам нужно знать прямо сейчас, в тот момент, когда вы нашли это видео. Я надеюсь, что видео будет коротким, но как карта ляжет. Может, вы между делом или отдыхаете, получите важные подсказки. Итак, задавайте свои конкретные вопросы, и карты конкретно вам ответят. Вот уже вышла первая карта. Одна, да. Это семерка жезлов. Двери нужно откроются. И тяжелые двери, те, которые раньше не открывались. То есть сейчас в вашу жизнь входит что-то новое, какие-то перемены. И вам придется над этим поработать. То есть многое зависит от вас. Как эта тяжелая дверь. То есть какое-то дело, которое давно не решалось, начнет решаться. Да, действительно тяжелое дело, потому что эта пятерка пентаклей, она говорит о том, что, может, не было подходящей цены, или вы не могли что-то продать, купить, не могли устроить свои дела, не могли устроиться на хорошую работу, или ваш любимый человек, если у вас что-то не ладилось. Когда вы просили, молились, просили высших сил помощи, теперь помощь эта будет вам дана. И эта неподъемная дверь, это неподъемное дело, оно начнет решаться. Еще одна пятерка – это пятерка меча. Знаете, когда выходят две пятерки, это, конечно, предупреждение. Как раз едет пожарная или это медицинская машина. Ну, это все звуки города, такое дело, да? Пятерки – вообще-то пентаграмма. Пентаграмма – это возможность сделать все самому. Раньше у вас не было такой возможности, потому что обстоятельства полностью от вас не зависели. А сейчас вы сможете что-то сделать сами для себя. Вы давно вот под какой-то дверью сидите, и вы чувствовали, что вы сами не сдвинете это с мертвой точки. Вы знаете, о каком деле сейчас идет речь. Но это было выше ваших сил. Поэтому вы давно сидите, и вы потеряли всякую надежду. Может быть, денег не хватало, или работа была тяжелая, или же вам пришлось страдать не по вашей вине. Что-то такое было в вашей жизни. Вы только что перенесли какие-то испытания. Как же все сложится? Девятка жезлов. Смотрите, это карта жезловая, и первая карта тоже была жезловая, только это было 7 жезловая. Имелось в виду, что вот именно сейчас начинает все меняться. Обстоятельства того дела, о котором вы сейчас думаете, они меняются. И они меняются в лучшую сторону. То есть сейчас вы, наконец, выходите из этой позиции неопределенности, потому что ждали, может, долго визы, вид на жительство, еще чего-то ждали долго, или движение какого-то от мужчины, его действия, его поступок, его решения. Чего-то вы ждали очень долго. По семерке жезлов сейчас многое зависит от вас, потому что вам придется сделать вот этот последний рывок. Ну, а по девятке жезлов вы действительно придете к своей цели. Вы здесь получаете то, что вы хотели. Вы находите нужную дверь, и ключ у вас в кармане. То есть вы получите какие-то бонусы, какую-то помощь от высших сил, где вы вот еще немножко, и вот эта цель уже видна. Оставляйте свой конкретный вопрос, чтобы получить конкретный ответ. Эти четыре карты – карта напряжения, сильного напряжения. Сейчас вот этот момент, когда вы смотрите, да, вам тяжело, но это все уже последний рывок. Семерка меча говорит, что вам нужно иметь план. Тот план, который раньше вы имели, он не сработал. Ну да, по вине других людей, можно сказать, он не сработал. Или по вине людей, которые, ну знаете, распоряжались вашей судьбой, как хотели. То есть от них все зависело, а вы ничего не могли сделать. По их вине дело задерживалось, ничего никуда не двигалось, и вообще даже в последнее время опасно стало. По этой причине. По семерке меча, знаете, такая арт-терапия, когда вы уже сложности прошли,
И иногда так бывает, мы как бы рисуем эти сложности, выговариваемся вслух. Поэтому я говорю, что расклады, они очень хорошие тем, что вы выговариваетесь на этих раскладах. То есть они терапевтически, такой катарсис получается, и вы очищаетесь. Здесь про двери. Вот чужая воля какая-то, которая закрывала вам возможности. А карта шут. Это вы теперь освобождаетесь, вы свободны. Теперь все зависит от вас, и вы приобретаете вот эту свободу, да, на которую вы надеялись, но ее раньше у вас не было. Теперь вам ничего не будет угрожать. Это карта освобождения, облегчения. Очень хорошая карта. Но старший аркан – это карта вопрошающего, карта шут. То есть вы сейчас приходите к такому моменту в вашей жизни, когда обнуляетесь, когда у вас ключ уже есть, как я сказала, ключ к счастью своему у вас в кармане. Но нужно отыскать нужную дверь. Может, вам кто-то навязал какую-то дверь, то есть навязал вам какую-то работу или какие-то дела, или какие-то обязанности, и вы неподъемно это все несете. Ну вот ключ уже есть, а двери еще нет, но она появится вот-вот. Это будет как раз то, что вы искали, нужная дверь. Рыцарь меча. Высшая сила требует от вас теперь мужества, усилий, защиты от негатива. Вам нужно защищаться. Слишком много негативных людей или глобальных обстоятельств, которые от вас не зависят. Но слишком много того, что вам мешает. По семерке меча слишком много препятствий или врагов. И по рыцарю меча есть такая мантра, она старинная мантра, это старинный заговор, я вам сейчас его скажу. Именно по рыцарю меча эта мантра проходит. В этой мантре два элемента. Первый элемент и второй. И здесь идет речь о ключе и о двери. Помните, как мы говорим, ключ замок, колдунам входа нет, да? Об этом идет речь. Отныне дверь моя на замке. Истинно. Вот отныне дверь моя на замке, а ключ у вас, видите, в руке. А еще вот эта карта семерка меча показывает, конечно, негативных людей и пятерка пентаклей, жадных людей, которые вас, может быть, сделали вам очень плохо. Подвели вас очень сильно. Поэтому такие двери, нужно сказать, чужая злоба стучалась. И во свояси убралась. Вот какая чужая злоба. И нужно подумать об этой злобе. Кто это был? Люди или обстоятельства? Чужая злоба стучалась и во свояси убралась. Можно сказать, ключ, замок, колдунам входа нет. Или отныне дверь моя на замке. Истинно. И вы полностью защищаетесь от негатива. Что еще вам нужно знать? Королева меча. Вообще расклад очень говорящий. Он именно связан с тем, что на вас сейчас идет защита от негатива. Кто-то вам что-то очень хотел навредить. Очень сильно. Например, здесь может идти речь о повышении цен в вашем регионе. Кстати, был у меня вопрос такой в комментариях. Друзья, пишите комментарии, не только мантру с каждым раскладом Колены, потому что кто новый зашел, меня начинают обижать, типа, что боты какие-то. Я только по честным правилам на YouTube играю, только. Но это мои зрители, которым я дала мантру давно уже очень. Друзья, ну пишите другие комментарии, потому что я открываю комментарии, вот у меня, например, 300 комментариев, из них 250 – это мантра, которую я вам дала. Мне приходится долго искать, пока я найду комментарий, который требует ответа. Я знаю, что есть люди, которым нужна помощь финансово. Потому что был вопрос, будет ли повышение цен и где, да? Повышение цен, скорее всего, будет пятерка пентаклей. Сейчас же рецессия, серьезный кризис.
Я не знаю, в какой вы стране живете, в той стране, которая под санкциями, Беларуси, РФ, в какой стране вы живете, пишите, мои дорогие. Да, будут очень сильно повышаться цены. Но, понимаете, там такое дело, вы можете, конечно, переехать, скорее всего. Но что вы еще можете сделать, да? Потому что в данном случае вы не можете повлиять на политику своего государства, поскольку это опасно для вас. Повышение цен будет в этих странах очень сильное. Мне, по-моему, из этих стран просили. Несколько таких было просьб посмотреть повышение цен. Ну, понимаете, кто-то руководит этим всем, да? Вот такой руководитель, которому рукоплещет, он делает, что хочет, в общем. Да. Так что в этих странах, конечно, будет очень серьезное повышение цен. И будет ли еще где-то повышение цен? Ну да, восьмерка пентаклей, это, конечно, придется больше зарабатывать, больше работать. Всем нам придется больше работать. По всему миру. Рецессия, кризис. Но рецессия это натуральная бывает, да. В этот раз она, к сожалению, отягощенная другими глобальными ситуациями. И вы знаете все об этих ситуациях, все. Я не должна пересказывать вам политические новости, да. Я карты рассматриваю. Поэтому эта рецессия будет сильнее любой другой. Но по восьмерке пентаклей, да, нам всем нужно будет работать больше, намного больше, чтобы выжить во всем мире. Но в тех странах, где санкции, там по-другому, там это не из-за мировой рецессии. Потому что денег у вот их таких лидеров, да, предостаточно, связано с другим. Рыцарь чаш. Рыцари меняют жизнь, перемены. Вам, да, многие из вас переедут просто. Если все зависело от нас, ну ладно, буду больше работать, буду больше зарабатывать, а что делать? Это окей. Мы все с вами, знаете, работы не боимся, да? Главное, чтобы нашей жизни ничего не угрожало, потому что только тогда нужно защищаться, если есть угроза жизни или вашему дому. Вот тогда это очень серьезно. Тогда ну, необходимо спасаться. Потому что по всемирному закону вы имеете право на защиту своей жизни и защиту своего дома. Вот это вы имеете право на это. Если вашему дому или вашей жизни угрожают. А что касается кошельку, так здесь просто надо больше работать. Или же, ну, сейчас мир глобальный, экономически, переехать там, где полегче. Да, король меча. Видите, это зависит от людей, которым это выгодно. Глобальные совершенно обстоятельства. Так что многие из вас переедут. Да. Ну вот если вы переедете на новом месте, вы будете очень счастливы. Вы прекрасно устроитесь, будете очень счастливы. А это очень хорошая карта. Она говорит просто о счастье вашем на новом месте. Просто вы будете со временем вспоминать мой расклад и говорить, что послушались. Первые годы всем трудно. С деньгами или без денег я переехала, у меня ничего не было. Никаких денег вообще. Ноль. 0 рублей, 0 копеек. Но ничего. Не в этом дело. С годами вы поймете, что это была такая судьба у вас. Вы будете очень счастливы на новом месте, если вы переедете, если вы решитесь. Потому что цены будут безумно повышаться. И если они повышаются, нам нужно больше работать. Это одна причина. Но если они повышаются там, где угроза жизни или еще каким-то вещам. Или же права вообще на свободы всякие. Так. А карта Луна – это карта вашей судьбы. Луна – это предки. Шестерка чаш – это ваши предки, хранители рода говорят, ничего не бойся. Нужно быть там, где безопасно. Нужно быть там, где ваш труд уважается. Понимаете? А Родина – это то, что у нас в сердце. Потому что сейчас глобальный мир. А, мои дорогие, не стреляйте в пианиста, он умеет как. Он играет, как умеет. Так что я просто читаю карты. А выводы делать вам. И вам жить относительно этим выводом.
Но я знаю точно, что с моими картами я вам еще очень пригожусь. Так что до новых встреч. Пока, мои дорогие.